все прелести Аризоны, все, что произрастает в Аризоне, все вокруг этого дома и внутри тоже. Даже птички, которые здесь живут, quails. Интересный шарик плавает. Что это такое, интересно? Это, наверное, бубен, этот колокол. Все дерево увешано светильниками. Там птичка уже появилась. Очень много видов кактусов, настоящих, живых кактусов. Это что такое? Наверное, это открывается. Нет? А что это? Просто, наверное, это панно такое, как
дверь старая. Переснимаю, все интересно. Да, это что-то старинное. Это что-то старинное где-то, что это какая-то дверь была старинная. И теперь это здесь висит как панно. Очень красиво. Заходим в дом. Здесь такой холл. Очень красиво сразу просматривается зона бассейна и фонтана. Сразу как заходишь, сразу видишь выход наружу с видом на бассейн. Так, это основной холл. Хозяин, видно, занимается какими-то практиками, йога или что. Разные вот, например, это сразу видно, это что-то индийское, а это что-то из Азии, тоже интересно. Ну, это явно не японское, это, а может быть, это японское, не знаю. Надо вот узнать. Вот такие вот плетеные из соломы. Снег и пруд. Прям Россия. Красиво очень. Hello? Привет. Так, свечи, настоящие свечи. Не бутафория. И там тоже свечи, не бутафория. Цветов, конечно, много разных, и живых, и искусственных. Обеденный стол здесь такой большой, на 6, ну, можно и на большее количество гостей. Вот здесь что-то типа китайская, японская, китайская, скорее всего, фляжка китайская, шкатулка. Вот еще. Мне нравится дизайн. Как будто бы очень много вещей, но как-то не смотрится, что забито. Смотрится, что сделано все со вкусом. Вот еще одна маска или голова. Угу. Металлическая. Так, вот там что-то наверху посуда. Тоже посуда. Старинная, уже вся почерневшая. Так. Это глиняная.
А здесь книга отзывов видно. Ух ты! Надо будет почитать потом. Так, давайте сначала пройдем в мастер бедрум, то есть хозяйскую спальню. Так, здесь тоже выход во двор, выход в бассейн. Так много всего, что можно взять на заметку. Очень-очень много, что можно взять на заметку для своего дома. Как декорировать свой собственный дом. Ну, это вот king size, самый большой size, размер кровати. Так, зеркала. Это зеркала. Везде зеркала. Вот. Картины, зеркала, кувшины. Так, это кто? Это тоже что-то азиатское. Женщины идут с кувшинами. Вот такие гардины раздвигающиеся. Так, теперь что у нас здесь? Шкатулки разные, различные. И это bathroom. Хозяйская ванная, которая состоит. Вот так вот это смотрится. Вот так. Ванная, душ. Душ. Туалет. И опять везде зеркала. Вот какие девушки. Девушки такие симпатичные. С коронами. С птицами такими. Интересно, очень интересно. Здесь вот полотенце. Дополнительное. Это для бассейна полотенце. Так, вот есть пуфик, чтобы здесь сидеть, наводить красоту. Вот пуфик. Здесь мейкап ремовер, то есть салфетки для снятия макияжа, шампунь, лошин. Это хозяйский клазет, то есть кладовка, не кладовка, а клазет, где можно поставить обувь, повесить свою одежду, разложить что-то еще здесь, чемоданы какие-то поставить. Так. Мне очень-очень нравится этот дом. Надо такой дом купить. Да? Надо такой дом купить. Так, дальше. Это первое. Здесь три bedroom. То есть три спальни. И три ванной комнаты. Это вот вторая. Но здесь уже queen bed, not... О, нет, здесь уже, там была king, а это queen bed. Ну, здесь мы положим маленьких детей, наверное, двоих, поближе к маме с папой, с их спальней. В каждой комнате телевизоры, вот такой старинный кабинет. То есть хозяева, они, видно, любят старину. Вообще в Америке очень многие люди не любят модерн, а любят что-то старинное такое, вот покупают специально в магазинах старинную мебель, слегка ее
refresh, то есть слегка ее обновляют, и смотрится очень красиво. Так, это значит вторая ванна у нас. Вторая ванна. Так, здесь просто душ и ванная. Тут же туалет. Здесь просто ванная и душ. Такие вот коврики. Вот окошечки. Огромное зеркало на всю стену. Appliances вот такие вот. Нравятся мне вот эти вот. Отсюда вода вытекает. Ой, так, так приятно. Везде ходишь и везде себя видишь. И везде смотришься на себя. Засматриваешься на себя. Ну, а это тоже клазет такой небольшой. Там подушки, экстра подушки, ну, что-то повесить, халаты, банные халаты. Вот. Дальше. Ну, какой, даже вентилятор какой-то непростой. Ой, еще одна картина с цветами. Ой, как красиво. Очень красиво. Так, опять же, это в холл. Выход из двух спален. Вот. А вот здесь еще картина. Что это? Надо будет потом внимательно посмотреть. Это прямо что-то очень красивое, старинное. Здесь даже что-то написано на каком-то... А, нет, это... Муко... А, на мексиканском, что ли, муко, реприсадо. Очень красивая фрейм. Такая очень красивая, богатая, тяжелая. Так, тут же кресло можно присесть, если, например, нужно обувь застегнуть. Так, у нас здесь на полу вот такой коврик. Мне так кажется, что он натуральный. Да, он натуральный. Он, конечно, покрашен, а может быть, не покрашен, но это натуральный. Что-то типа оленина, олень, оленья шкура. Оленина, олень, оленья шкура. Так, вот еще такая картина здесь тоже. Всякие приступочки, всякие поставить что-то интересное. Так. Очень высокие потолки. Теперь переходим в третью спальню. Вот здесь мы, наверное, с моей старшей внучкой будем. Здесь большая кровать. Так, вот она так смотрится. Здесь вот окно выходит во внутренний садик с фонтаном. Вон там видно фонтан. Здесь тоже телевизор. Вот такие тумбочки зеркальные. Опять же, вот эти зеркала. Что это за стиль? Ну, что это за стиль? Не знаю. Зеркала такие. Много-много подушек. Опять же, вот такие прикроватные тумбочки интересные. Угу. Тут летающая свинка с крыльями. Вот так вот. Что это означает? Может, кто-то знает, я не знаю. Клазет здесь тоже.
запасные blankets, то есть покрывала запасные для обуви, подвесные полки. Так, и здесь тоже лазит. Теперь здесь на столике от телевизора пульт, шкатулочка, картинка красивая. Вот какой абажур, пожалуйста. Ну, вот какой абажурчик. Прямо королевский какой-то. На самом деле не царский, а королевский. Вот везде перья. Здесь в этой спальне перья. И здесь перья, и здесь перья. Так, вот такая тумбочка прикроватная. Секретер. Как он называется? Секретер. Так, ну, ванна. Поменьше здесь. Вот картинка тоже. Девушка идет. Видно, девушка идет на пляж. Ванна. Душем. Так. Так вот, здесь тоже водичка выливается. По фонтанчику. Кто это, балерина? Это искусственный, да. А вот девушка идет под зонтом в дождь с покупками и на каблучках. Ну, не американка же, ну не американка. Европа, скорее всего, Европа. Ну, наши девушки так ходят. Подождю на каблуках. Здесь огромное-огромное зеркало такое. И мы выходим дальше. Дальше птички. Картина с птичками. Попугайчики. Так. А, вот здесь еще отдельный санузел, туалет. И это когда гости приходят, это гостевой туалет. Здесь, значит, ванны нет, а есть только раковина. Зеркало какое красивое тоже. А смотрите, как сделана под камень стена. Прям на самом деле это камень. Камень, да. Мозаика каменная. Вот какой. Это что, бубен? Кувшины. Тоже старинные кувшины. Ну, не халам-балам ведь. Прелесть. Так, значит, спальня третья. И выход у нас там, опять же, вход. А здесь у нас большой зал и кухня смежная. Вот так, сейчас мы покажем. Времени уже почти 3 часа. Так, это мрамор, белый мрамор настоящий. Вот так здесь встроенное все. Угу. Это я уже принесла, все разложила. Это не настоящее, это... Забыла, как это все называется. Ну, не настоящее, в общем. А здесь внизу настоящее. Это вот для моей дочери я купила. Она любит лукум. Мы же в Средней Азии выросли. Мы ели там лукум. Мы знаем, что такое лукум. Мы его помним, любим, скучаем по нему. Так, вот такая плита. Я хочу сказать, что вот эта кухня, это, конечно, мечта любого шефа здесь работать, на этой кухне. Очень удобно.
не занимая такое обширное место, не огромное, такое ходить туда-сюда, устанешь ходить по кухне, а так скомпоновано все. И в то же время массивно, так дорого, очень красиво сделано. Мне тоже это все нравится. Ну, естественно, здесь все есть. Вот и чаи, ну, в общем, как будто вот вы въезжаете в дом, и здесь все есть. Только еду свою могут. Да и еда, как говорится. Вот смотрите, например, это вот все, соль там, кетчуп и всякая шарабара. Ну, мы это не будем пользоваться. Кто-то пользовался, я все новое привезла, все купила, все не открытое. Так, дальше. Ну, естественно, перед тем, как что-то отбрать, мы будем это полоскать. Кофе здесь пахнет хорошо в этом уголке. Вот, посмотрим, как здесь это все красиво сделано. Плитка посередине выложена. Вот, вытяжная, ножи. Опять же, все специи. Так, здесь газ, газовая плита. Теперь здесь. Здесь у нас фужеры. Так, я вместе с вами смотрю. Я еще не бегала, не смотрела. Так, теперь открываем огромный холодильник. Вот я холодильник только загрузила. Сейчас покажу, что я сюда загрузила. Вот, пожалуйста, вот это все я привезла сейчас и загрузила. Сейчас мои дети летят в самолете, мы их едем встречать, приезжаем. И все есть. Прохладная вода, прохладное вино. Я в русский магазин сходила. И это Хванчкара. Вот грузинское вино, Милдани, мы его пили как-то в России все вместе. Так, это моим внукам из русского магазина шоколадки такие, да, ну, естественно, икра всякие, салаты. Вот я два торта в Whole Foods взяла, один шоколадный, один лимонный, по-моему, да. Ну, всякая такая, фрукты, овощи, вот. Помидоры мои любимые, вот эти большие, как в Средней Азии огромные. Ну вот, много-много воды, детям молочка, сыры, сливочное масло. Вот, и натуральный свежевыжатый яблочный сок и апельсиновый сок. А это своему зятю я в русском магазине купила жигулевское пиво. Вот два разных вида жигулевского пива. Так, это... холодильнике, а это в морозилку я. Ну что, зачем на морозилку? Просто на всякий случай, если... на всякий случай, короче говоря. Потому что они кушают все натурально, все сами готовят. Вот я даже им купила органический кетчуп, органическую горчицу. Вот. Дальше. А, вот. Посмотрим, что здесь. Еще мы не посмотрели же. О, вот здесь все есть. Все здесь есть. Угу. Здесь идем. Здесь полотенчики кухонные. Так, здесь мусор. А здесь, ага, кастрюли. А вот это что? Вот это что? Странно, почему он такой? Что такое? Это не просто. Может быть, какой-то шкаф. Это, скорее всего, как авен готовит. Хотя авен вот здесь тоже есть. Там тоже здесь есть. Так, дальше. Что еще мы не посмотрели? Что мы с вами еще не посмотрели, товарищи? Так, сюда мы тоже вот сейчас уже заглянули. Теперь вот этот буфет огромный. Пожалуйста. В Америке такие буфеты старинные можно еще встретить. Так, что здесь еще? Здесь какие-то вазы, кувшины. Так, ага, вот здесь вот все тарелки, то есть посуда. Там мы видели уже ложки, а здесь посуда. Всевозможная посуда. Ой, симпатично, вот обожаю вот такие вещи. Ух ты.
Ляпотала. Глиняный. Так, дальше. Здесь что у нас? Ага. Здесь тоже для салатов, для подачи каких-то бутербродов, для side dishes, так называемых. Так, здесь большие. Здесь большие чашки глубокие для салатов. Ну, это что? Сейчас варенье будем варить и сюда складывать. Так. Симпатично. А здесь мы уже посмотрели? Не знаю, что там. Ну, вот какие часы огромные. Огромные-огромные часы. Так. Теперь мы переходим в центральную часть. Вот так, я сейчас повернусь. Вот. Вот смотрим, как кухня отсюда смотрится. Ага, вот там проглядывает другой холл. Так, вот здесь тоже обеденный небольшой стол. И везде, со всех комнат, почти со всех комнат, огромные окна, которые выходят на бэк-ярд, то есть на заднюю часть двора. Так, смотрите, какая люстра. Смотрите, какая люстра. Oh my God, это же дерево. Дерево. Uh-huh. А стол? Смотрите, какая ножка стола здесь. Как ананас. И стулья, я бы сказала, затейливые тоже. Так. Ну и полы, естественно, в Аризоне делают полы в основном из плитки. Так. А, да, вот. Это вот доска для резки. То есть они нас предупредили, что здесь на этом... На столе нельзя резать ничего. Вот это специальная доска. Вот она тоже сделана из этого же мрамора. Ну, вот она передвигается. То есть только ее надо использовать, чтобы что-то резать. Так, это еще один комод такой интересный. Что здесь? А, там для стола пять. Tables, пять. Это для... Для бассейна и для джакузи, то есть здесь вот горячая джакузи еще есть, и для фонтана, то есть можно переключать, если что-то вы не хотите, ну, можно отключить, если хотите, то, значит, включается. Вот это вот пульт управления. Ну и здесь вот это точно, это мексиканская, мексиканские натуральные шерстяные коврики. И сделано, вот покрашена вот эта вот шерсть натуральными веществами, делают порошки и потом воду добавляют и еще что-то добавляют, по-моему, аммиак или что-то, чтобы укрепить, или уксус какой-то, и красят нитки и потом ткут вот такие ковры. Это мексиканские ковры. Так, дальше. Вот это что? Это как будто бы эти петроглифы на скалах, то, что находят вот здесь вот древние в Аризоне, но это что-то сделано так под старину. Вот там какое-то оружие, by the way. By the way, какое-то оружие, смотрите. Смотрим. Ух ты, не халам-балам. Ну, я надеюсь, и рожок даже. Рожок и райфл. Оружие. И тоже нарисованы там всякие эти, как вот, опять же, находят на скалах рисунки древних. Вот. Вау. Дальше. Дальше это диваны. Диваны, диваны. Зона отдыха. Опять же, телевизор, опять же, камин. Какой слоненок?
А здесь что? Cowgirls. Это женщины, которые живут на фермах. Cowgirls. Ну да. Это все о них. Пожалуйста. Вот они. Вот так вот. Так. Таксим-паксим. Элкем Харрисон рекорд сайдбол. And guide service. Это Harrison Elkem and guide service. Это вот эта вот картина, это что-то, я даже не знаю, это где-то взято, это где-то было на въезде, вот этот Harrison Elkem. Elk – это эти лоси, elk. Camp – это лагерь, то есть это где-то было при входе в лосиный лагерь где-то какой-то. Вот, еще что-то там. Самолетик. Ну, то есть, в общем, дизайн великолепный, дизайн великолепный. Это что? Это, кстати, натуральное. Пожалуйста, смотрите. Кто это? Это, по-моему, это коза. Это горная коза, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, все. Я сейчас должна ехать уже в аэропорт, мне некогда показывать. Хотя я мне некогда показывать или успеть быстро показать бассейн. Так, вот здесь вот грил, вот так вот выглядит выход, вентиляторы, вот такие вот интересные, из металла сделаны, здесь очень модно, из металла делают всяких животных. Там тоже на деревьях всякие висюльки, вот домики для птичек висят. Так, это все для грил. Дальше. Вот так вот деревья. Даже здесь камин переносной. Вот это камин тоже. Здесь там для птичек всякие домики. Здесь какой-то голова козла какого-то интересного. Здесь тоже вырезанные вазы. Так вот смотрится. Это, конечно, все натурально, все, что растет на outside of the house, то есть вне дома, что растет, это все натуральное. Вот там вот это круглое, это hut, это спа, hut pool, так называемый. Джакузи, а здесь уже идет бассейн. В самом начале он не глубокий, а вот отсюда начинается уже глубина. Это уже все глубокий. Здесь уже идет глубокий. Я постараюсь вам снять, как вечером это смотрится. Как это смотрится вечером. Здесь хозяйская спальня, выход из хозяйской спальни, вот там видно кровать. Можно утром выйти и кофе здесь сразу купить. Вот так вот. Понятно? Балам-балам. И послушать фонтанчик, посмотреть на бассейн, в тени посидеть. Вот мне очень нравится архитектура, дизайн, как дома сделаны в Аризоне. Вот посмотрите. Вот, посмотрите, какое. Все.
и стиль. Стиль домов очень нравится. Тут без крыш, вот такие вот они, мексиканско-испанский стиль. Ну что, до встречи. Еще я вас буду знакомить с этим домом. Дети мои сюда приехали на 4 дня, 4,5 дня. Вот. Как раз не очень жаркий день. Кстати, посмотрите, и тут же и горы. Вот, видно горы. Пожалуйста. Мы сюда переходим. Раз. Из спальни кофе пьем. И смотрим. Два. А закат какой будем смотреть сегодня, давайте. Ой. Очень мне нравится, какой дом они сняли здесь. Красота. Ну все. Все. На этом все пока.